heaven on earth. Приготовьтесь к движению Бога, потому что Бог готовится потрясти небо и землю. Бог возьмет самых меньших и поднимет их на высоты во имя Иисуса. Богу не проблема поднять кого-то из ниоткуда, а затем сделать из этого человека президента, который будет выступать от имени Бога на наивысшей должности, который будет советоваться не с политиками, а с Богом. Он будет молиться, молиться, еще раз молиться, а Бог будет двигаться так, как вы еще никогда не видели. Это то время, когда Бог потрясет небо и землю, и люди будут бежать в Дом Божий. Аминь. Аллилуйя! Доброе утро всем, кто нас смотрит. Привет всем на ТБН, One Gospel, Фейсбуке, Ютубе, на онлайн-платформе CRC и всем, кто слушает нас по радио. Нас ждет прекрасное время в Доме Божьем. I cannot do.
I think about you. Whenever my heart is set on you, my feet turn to dancing. 'Cause you are good with everything inside me. With every breath you give me, Lord, I sing out your praises. 'Cause you are good. Come on, hallelujah. Towards you, lay my life before you with no hesitation. 'Cause you are good. Come on, hallelujah. We sing out for your glory. Our hearts cry out. Прославьте Иисуса прямо там, где вы сейчас находитесь. Он добрый. Этот день сотворил Господь. Давайте радоваться и веселиться в нем. Аллилуйя! Где бы вы ни были, Бог сейчас прямо рядом с вами. И Он желает восполнить любую вашу нужду. Если вам нужна молитва, наши пасторы ждут ваших звонков и сообщений, чтобы помочь вам и помолиться за вас. А мы продолжим славить имя Иисуса. See you move, 'cause only you can do it.
Аллилуйя. Спойте еще раз. Бог избытка. Я верю, что этот год закончится на высокой ноте. Наш Бог, Бог избытка. И ваши лучшие дни еще впереди. Во имя Иисуса. У Бога все под контролем. И Он венчает этот год своей милостью. Я готов к тому, что ты будешь делать невозможное. Я приветствую всех наших телезрителей на ТБН, One Gospel, Facebook Live, на YouTube, онлайн-платформе CRC. Бог с вами. Он все еще остается Эль-Шаддаем. Он все еще Бог избытка. Если вам нужен мир, то Он Бог избытка. Если вам нужны финансы, то Он Бог избытка. Если вам нужна любовь, Он Бог избытка. Что бы вам ни было нужно, помните, что Он Бог избытка. У нас впереди еще 4 месяца, это еще не конец главы. Мы верим Богу, что будет становиться все лучше и лучше, и мы увидим, как Бог движется в нашей жизни, в нашей стране и в нашем мире. Он Бог избытка. Скажите, Бог избытка. Поднимите руки и скажите, Бог, я верю, что ты принесешь в мою жизнь избыток и благословение в мою жизнь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, присаживайтесь. Аллилуйя. У нас прошла прекрасная неделя пробуждения. Хорошая новость для вас. Мы решили продлить неделю пробуждения еще до среды на Face TV. Поэтому, если у вас есть телевизор, смотрите нас. Мы ожидаем, что Бог будет творить удивительные чудеса, и мы перейдем на новый уровень. Мы провели чудесное время с Господом, и то ли еще будет. Так прошу всех вас молиться за наше правительство. Мы запланировали встречу с руководством и верим, что наши церкви откроются уже в сентябре. Скажите на это аминь. Если вы считаете, что это хорошее решение, закричите аминь. Церковь оказалась самой уступчивой. Мы продолжаем ходить в смирение, но мы также понимаем важность этого времени. Мудрые люди ходят с Богом. Генри Форд сказал, «Ходящие с Богом всегда приходят в свое предназначение». Леонард Рейфл, умный человек, ходивший по Луне, сказал, «Бесстрашные люди ходят по дну океана, а мудрые ходят с Богом». Даниила, 11 глава, 32 стих. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Я считаю, что Бог призывает нас ходить с Ним на совершенно новом уровне близости. Библия ясно говорит, что в прошлом Бог говорил с нами через пророков. Но в эти дни Он решил говорить к нам через Своего Сына Иисуса Христа. Аминь. Никто не должен занимать ваше место в ваших отношениях со Христом. Не нужно молиться святому Бернарду или обращаться к Богу через пророка. Аминь. Величайшее откровение Нового Завета заключается в том, что вы можете иметь отношение с Иисусом и слышать голос Божий. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Иисус сказал, «Мои овцы слышат мой голос и идут за мной. Я верю, что Бог желает открывать будущее своим слугам, то есть вам». Я сказал «будущее». О, аллилуйя! Бог сказал, «Я знаю намерения, которые имею о тебе, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущее и надежду». Послушайте меня внимательно. Коронавирус — это не ваше будущее. Ваше будущее — это то, что пообещал вам Бог. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Я верю, что Бог желает вести вас к торжеству своей праведности, которую Он запланировал для вас. Поэтому скажите, мои лучшие дни еще впереди. Во имя Иисуса, неважно, что вы сейчас проходите, я знаю, что Бог с вами и за вас. Это книга Амоса, 3 глава, 7 стих. «Также Владыка Господь не делает ничего, не открыв своего замысла слугам своим пророкам». Иеремия, 33. 3 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я тебе отвечу. Возвещу тебе великое и недоступное. Аминь». Андрес, это касается и той церкви, которую ты начинаешь. Об этом мы поговорим сегодня вечером.
Если вы еще не знаете, то мы партнеры пастора Дона Филлипса из христианского центра Умтата. Мы собираемся закончить это здание. Нам понадобится 23 миллиона ранд. Наша церковь решила взять на себя построение этого здания. Оно должно быть закончено к концу года. Если хотите стать нашим партнером, то давайте вместе расширять Царство Божие. У нас карантин, но это еще не конец. Аллилуйя! Я был так рад в четверг, когда Бог проговорил ко мне. Когда я проснулся тем утром, то понял, что я даже не задумывался о том, что они строят уже 15 лет. Вот это терпение и усердие. Утром я проснулся с мыслью, что мы купим им стулья. Это 5 миллионов франт. Но чуть позже я подумал, давайте верить Богу, что мы сможем пожертвовать 10 миллионов. Поднимаясь на сцену, я думал, 10 миллионов на стулья. А когда я взял микрофон, то подумал, чего ж там, давайте достроим им здание целиком. Мы хотим, чтобы Царство Божие расширялось. Аллилуйя! Люди, знающие Бога, укрепятся и будут действовать. Мы не станем слабыми из-за этого вируса. Оставайтесь сильными в вашем даянии, в десятине, в посвящении вашей церкви, в вашем хождении с Богом. Мы должны увидеть, как вся земля наполнится славой Божией. Умтата — это один из беднейших регионов Южной Африки. А когда это здание откроется, оно станет знамением процветания и благословения, которые придут на восток нашей страны. Из того здания потечет благословение. Пастор Дон — один из генералов веры в Южной Африке. Поэтому я в большом восторге. Как можно быть бизнесменом и не думать о расширении Царства Божьего? Аллилуйя. Воззовите к Богу, и Бог покажет вам великие дела. Он не оставит вас в вашем углу. Он не позволит вам прожить пустую жизнь. Он не позволит вам остаться никем. Он может взять пастушка и превратить его в царя. Вам лучше верить в это. Когда вы ходите с Богом, это опасное путешествие. Это настоящее приключение. Когда вы ходите с Богом, Бог дает вам энергию. Бог дает вам сделать что-то великое. Люди, знающие Бога, укрепятся и будут действовать. Бог сказал, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и неизведанное». Бизнесмены, ваши лучшие дни еще впереди. Не нужно отступать. Бог знает, как вернуть вас в игру. Вы закончите 20-й год в славе. 21-й будет прекрасным годом, и 22-й тоже, и 23-й тоже во имя Иисуса. Вскочите на ноги и закричите «Аминь». Невозможно усидеть на месте, когда слышите такие слова. Мудрые люди ходят с Богом, я имею в виду и мужчин, и женщин. Надеюсь, это ясно. Человек был на Луне. Люди ходили по Луне, а мудрые люди ходят с Богом. Бог — это радикальная разница. Вашей профессии врача, юриста, в вашем департаменте, если вы политик, или вашей церкви, если вы пастор, или вашем будущем, это победа над препятствиями, возможность выстоять в огне. Нельзя убрать Бога из уравнения. Тех, кто ходит с Богом, Бог поднимет на более высокий уровень. Вам лучше бы в это верить. Итак, Иеремия 9 глава, 23-24 стихи. Так говорит Господь. «Пусть мудрец не хвалится мудростью, сильный силой, а богатый своим богатством. Пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает меня». О, аллилуйя! Он понимает и знает меня. Понимает не мою биографию, не законы и конституцию, хотя это и важно, а понимает и знает меня. Многие люди многое говорят о Боге, но все это дезинформация, потому что они не знают Его. Многие люди говорят обо мне, но когда знакомятся со мной, то понимают, что многое из того, что они слышали, неправда. Один человек сказал мне,
Я столько о вас слышал, но вот я общаюсь с вами уже неделю и не вижу ничего из того, что говорили мне люди. Но почему люди говорят такое? Пастор, они просто завидуют. Если говорить о Боге, то вам нужно знать Его. Это самая важная часть вашей веры. Так говорил Иисус. Он сказал, «Вечная жизнь в том, чтобы они познали тебя». Это единственно истинный Бог. Христианство отличается от всех остальных религий. Только мы можем иметь личные взаимоотношения со всемогущим Богом. Только представьте, этот Бог желает ходить с вами и общаться с вами лицом к лицу, а не как с тем, кто ниже его. Авраам ходил с Богом в рамках завета. За 430 лет до закона Бог пришел к нему лично. Я знаю, что Дух Святой живет в нашем духе. Но Бог все еще приходит к своим людям. Бог все еще общается с нами, внутри и снаружи. Иисус сказал, «Я буду обитать с вами и в вас». Нам доступно общение лицом к лицу и внутри. Наш завет — это два в одном. В завете Авраама Бог говорит с человеком, как с другом. Иисус пришел показать нам, что мы можем общаться с Богом лицом к лицу. Еще Он показал, что Бог заинтересован в нашем благополучии и в нашем будущем. Думаю, что многим людям недостает знания Бога. Даже апостол Павел, когда прошел через многое и был взят на третье небо, пишет филиппийцам, «Все ради познания Его. Я хочу знать Его глубже. Когда я знаю Его, я знаю, чего Он хочет. Я знаю Его волю. Я знаю, что Он не стоит за моими неприятностями». Люди приписывают Богу столько всего, но Библия говорит, «Не хвалитесь мудростью, силой или богатством, а хвалитесь тем, что вы знаете и понимаете Меня». Это очень важно. Понимать Бога, понимать то, что Он делает на земле, понимать, что Он собирается делать, именно это придает вам смелости, веры и твердости духа. Вы знаете Его, а не о Нем. Вам не нужно сидеть в церкви, где миллион человек, и ожидать, пока пророк распознает вас какой-то ложной информацией. Слава Богу за то, что Он знал мое имя задолго до всех остальных, и мне не нужно, чтобы кто-то еще знал мое имя. Мне хватит того, что Он знает мое имя. Даже если вы в доме Иисея, и ваш отец забывает о вашем существовании, это не страшно. Главное, что Бог не забыл о вас и не бросил вас. Люди могут смотреть на вас свысока и считать вас всего лишь пастушком. Но Бог говорит, что вы царь. Пока ты ходишь со мной и поклоняешься мне, я буду вести тебя в правильное место в правильное время. Скажите аминь на это и прославьте нашего чудесного Бога. Я двигаюсь вперед благодаря Богу. Аллилуйя. Но люди, знающие Бога, укрепятся и будут действовать. Вы не идете на поле боя, чтобы проиграть. Вы идете туда, чтобы захватывать, чтобы разжигать огонь, чтобы строить церковь-убежище для всех и каждого. И все, что вам нужно, это Бог. Вам не нужны деньги. Когда у вас есть Бог, деньги придут. Когда у вас есть Бог, люди придут. Когда у вас есть Бог, то будет и власть. Когда у вас есть Бог, то будут и освобождения. Когда у вас есть Бог, то будет и помещение. Когда у вас есть Бог, ваша миссия будет ясна. Все, что вам нужно, это Бог. Люди, знающие Бога, укрепятся и будут действовать. Аминь. Во имя Иисуса. Итак, Бог желает ходить с каждым из нас. От начала времен Бог открывал нам свое сердце. Бытие, 3 глава. Библия говорит, что даже после того, как Адам и Ева согрешили, они слышали, как Господь ходит по саду в прохладе дня. Мы вернулись в то же положение. Я уже рассказывал о том, что в детстве всегда прислушивался к шагам моей матери. Иногда вы лежите в постели, и вам страшно, или вам вдруг приснился кошмар. В то время мы не смотрели телевизор, поэтому проблема была не в телевизоре.
нам тоже снились кошмары. Я просыпался, желая услышать этот утешающий звук шагов моей мамы. Цок-цок, стук каблуков. И когда я слышал эти шаги, я успокаивался. Я понимал, все будет хорошо. Она даже не заходила в комнату. Я просто слышал ее шаги. Когда родители уходили из дома и оставляли нас одних, мы ждали. Я никогда не слышал шагов отца. Женщины ходят иначе, не так ли? Я научился различать ее походку. И когда я слышал ее, мою маму, когда вы слышите шаги вашего небесного отца, то понимаете, что все будет хорошо. Даже после того, как Адам и Ева согрешили, Бог все еще шел по саду в прохладе дня. Грех не смог отделить их от любви отца. Падение не смогло отделить их от любви отца. Бог так любил их, что все равно пришел. Также Бог полюбил этот мир, что пришел сюда в лице Иисуса Христа. Он ходил как друг грешников, как целитель. Он ходил как освободитель, как спаситель. Он вошел в этот мир. Он ходил с людьми. Он сказал: «Кто видел меня, тот видел Отца. Я Эммануил. Я делаю только то, что вижу у Отца». Аллилуйя. Он был доступным, он был открытым, он был милостивым и любящим, он был прощающим, он был Богом во плоти. Новый Завет принимает всех. Любой может вступить в эти отношения с этим святым Богом. Вы можете ходить с Богом, кем бы вы ни были. Сборщиком податей, рыбаком, врачом, юристом. Вы можете слышать голос Божий и иметь отношения с Богом. Ничто не может отделить вас от любви, которую Бог имеет к вам. Это причина для радости. Вы можете ходить с Богом и говорить с Ним. Вы можете слышать Его голос. Ваша жизнь может быть другой, потому что Бог знает будущее и желает показать вам его. Вам не нужен хрустальный шар или гадание на кофейной гуще. Вам не нужна гадалка. У вас есть Спаситель. У вас есть Освободитель. У вас есть друг, который ближе брата. У вас есть тот, кто знает вас. И он желает ходить с вами и говорить с вами. Он желает посещать вас и вести вас. Он желает помогать вам и питать вас. Вот почему он послал вам Святого Духа. Но об этом мы поговорим на следующей неделе. Вот почему слово «невозможно» нет в словаре Бога. Слово «не могу» нет в словаре Бога. Слово «слишком сложно» нет в словаре Бога. В Божьем словаре есть только фраза «возможно все». Если вы будете следовать за мной и ходить со мной, как это делал Авраам за 400 лет до появления закона. Аллилуйя! Если вы пастор, вы можете ходить с Богом. Если вы продавец, вы можете ходить с Богом. И Он покажет вам, что делать дальше в бизнесе. Он покажет вам, когда начинать, когда закидывать сети, как восстановить все потери, какую стратегию придумать. Наш Бог-мыслитель, Он не что-то абстрактное. Он невидимый, но при этом Он всемогущий и вездесущий, мудрый и всезнающий. Он повсюду, Он для всех и каждого, Он призывает всех. Кто устал от мертвой религии, Он сказал: «Если вы устали, возьмите на себя мое бремя и научитесь у меня, потому что мое бремя, оно легкое». Пора забыть о трех или пяти шагах к успеху и перейти к более глубоким отношениям с этим живым Богом, который отдал за вас своего Сына во имя Иисуса. Признаюсь вам, когда я ближе к Богу, я подзаряжаюсь. У меня бывают тихие моменты, но я бываю тихим недолго. После общения с Ним мне хочется что-то делать. Во мне живет кто-то великий. Нужно что-то делать. Кому мы можем помочь? Кого нужно спасти? В вас живет Бог.
И когда вы приближаетесь к Богу, вас начинает переполнять энергия. Ваше видение становится гораздо больше, ваше сердце становится больше. Ваша любовь к Нему становится сильнее во имя Иисуса. Когда вы ходите с Ним, не остается никаких ограничений или безнадеги. Ну а мы вернемся к Адаму. Он услышал шаги Бога в саду и спрятался. Люди продолжают прятаться и сегодня из-за чувства вины, из-за стыда или неправильного понимания того, кто такой Бог. Я сразу же исправляю того, кто говорит о Божьем суде в эру благодати. Бог якобы судит эту землю. О нет, еще пока нет. Сейчас Бог занят спасением земли. Он послал своего Сына спасать. Он послал своего Сына спасать всех и каждого, чтобы ваши грехи больше не разделяли нас. Адам и его жена спрятались от Господа среди деревьев сада. Но Господь Бог воззвал к Адаму: «Где ты? Почему ты прячешься за маской? Почему? Где ты? Пол, где ты? Давай снимай маску». Я это не буквально. Где ты? Адам ответил: «Я услышал тебя в саду. Вы были созданы Богом по Его образу, и вы были созданы, чтобы слышать Бога. Каждый человек знает звук Божьего голоса. Мы просто заглушаем его. Мы научились отключаться от Бога и настраиваться на этот мир. Каждый верующий знает этот звук. Бог создал небо и землю. Великий всемогущий Бог. Вечный Бог. И вы думаете, когда Бог говорит, мы что, не знаем об этом? Бог говорит постоянно. Все, что нам нужно делать, просто слушать. Нам нужно стать ближе. Нам нужно приходить пустыми. На следующей неделе мы поговорим о том, как воевать в состоянии поклонения. Нам нужно менять этот мир и подражать Богу, как Его воины. Нужно противостоять тьме от имени Бога. Нам нужно вырасти, как писал Павел, и не быть младенцами. Нам нужно вырасти и стать друзьями Бога и теми, на кого Он может положиться. Хорошо, если бы Бог мог просто нажать на какую-то кнопку в нас и сказать: «Я даю тебе миллиарды для финансирования проектов моего царства». Ему нужны люди, которые делают, а не говорят. Скажите на это аминь. Хотите играть безопасно? У вас будет достаточно времени для этого, когда вы умрете. Люди боятся и удерживают свои деньги от Царства Божьего. Они не хотят рисковать. Нет. Когда Бог берется за вас, Он переносит вас в океан. Он забирает вас в приключения. Он ведет вас в места, которые вы и представить не могли. И для каждого нового шага вам понадобится вера в Бога, потому что без веры невозможно угодить Богу. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. За это он был назван другом Бога. Ваша дружба и ваше посвящение этому другу пройдет проверку. Богу не нужно дискутировать с нами. Друзья не ведут дебаты.
Если вы нуждаетесь в вашем друге, он тут же прибегает. Так и Бог прибегает к вам всякий раз. А мы говорим о том, что придет время, когда друзья Бога будут служить на другом уровне. Бог говорит, идите, и вы идете. Бог говорит, проповедуйте, и вы проповедуете. Мы говорим не об обычной дружбе, а о завете, где происходит полный обмен. Все, что принадлежит Богу, становится вашим. А все, что принадлежит вам, переходит к Богу. Думаю, что не все к этому готовы. Вот почему лишь немногие люди ходят в силе Божьей. У многих лишь односторонние отношения или одностороннее общение. Я никогда не учил моих детей полагаться только на меня. Я учил их быть моим продолжением, и Бог учит нас быть Его продолжением. Продолжением Его царства — это огромная разница. Правительство хочет, чтобы все были зависимы. Оно раздает соцпомощь, чтобы сделать людей зависимыми, а Бог желает, чтобы вы были независимыми и сражались за себя. Не могуществом и не силой, а Духом Святым во имя Иисуса. Вы же знаете, что я говорю правду, да? Правительству нужно поскорее обратиться к Богу. Да, я говорю это смело. Бог не будет долго мириться с несправедливостью. Бог не будет мириться с тем, что лидеры не думают о стране и о бедных. Он и так долго терпел это, но было так много молитв за освобождение этой земли. Наблюдайте за тем, как Бог будет двигаться. Это будет быстро, так что наблюдайте. Если люди не склоняются перед Богом, они ищут чего-то другого, чтобы поклониться Ему. Люди настраиваются не на небеса, а на другой звук. Это вызывает больше хаоса и смущения. Миру нужны те, кто подключен к небесам, те, кто приносит решения и ответы, те, чьи уши настроены на небеса, чтобы нести праведность и справедливость, как и задумал Бог. Они пользуются своим положением, чтобы улучшить свою жизнь. Пусть Бог поднимает смиренных слуг. Если правитель страны не настроен на небеса, то он приведет эту страну к катастрофе. Не может быть служителем тот, чье ухо не настроено на небеса. Не может быть такого бизнесмена или пастора. Не может быть такого епископа или служителя Божьего. И чем выше ваше положение, тем больше ваши уши должны быть настроены на Бога. А вы должны склонять свои колени в тайной комнате и признавать, что Бог царствует. Библия ясно говорит, что Бог одного возвышает, а другого убирает. Я вижу потрясения в народах, я вижу изменения в правительствах, которые лишь запутают людей, но Бог делает это для своей великой цели. Перед возвращением Иисуса будет великое потрясение. И это потрясение заставит людей повернуться к Богу. И когда Бог явится, слава Божия покроет землю, как воды покрывают море. Это будет потрясение. Это будет сдвиг. Это будет рокировка, но у вас еще есть время, чтобы смириться и молиться. У вас все еще есть время. У вас есть это время. Но это время подходит к концу. Да, время еще есть. Господь обращается к Адаму и говорит ему, «Где вы, господин президент?» Речь может идти о любом президенте, даже о президенте компании. Где ты? Ты стал самодостаточным и зацикленным на себя. Ты полагаешься только на себя. Ты уже стал царем в собственных глазах. Я помазал тебя еще пастухом. Я сделаю тебя царем, если ты смиришься
чтобы ты мог служить моим целям и моей воле. Где ты? А теперь ты? Владелец бизнеса. А когда ты был меньше, твои молитвы были другими. Когда у тебя ничего не было, твои молитвы были другими. Смотри, не начни думать, о, это моя сила. Мое богатство принесло мне это. Нет, это был Бог, только Бог. Поэтому почитай его и поклоняйся ему. Это Бог. Будь щедрым и служи ему. Его целям на земле. И тогда твои дни на земле продлятся. Где ты, Адам? 20 лет назад я был в огне. 20 лет назад у меня не было ничего. Я сказал, я пойду, куда скажешь, и буду делать все, что скажешь. Я дам все, что скажешь. А сейчас разговор изменился. Перед тем, как у вас появилась церковь, у вас был только Бог и отношения с Ним, и вы полагались только на это, и ни на что больше. Так вернитесь к этому. Адам сказал, я услышал тебя. Слава Богу, что наш Бог — Бог второго шанса. Он Бог нового начала. Он приходит к нам, где бы мы ни были. Вернитесь. Он не списывает нас со счетов, а говорит, ну давай, еще разок. Я дыхну на тебя еще раз. Я пообщаюсь с тобой еще раз. Я позову тебя еще раз, потому что у меня еще остались задания для тебя. Ты еще не сделал свой последний вдох, поэтому я еще раз вдохну в тебя и еще раз разожгу огонь в твоем сердце. Я услышал тебя. Многие из вас слышат его голос. Я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг. И вот я спрятался. Он спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам ответил, женщинам, которую ты дал мне. Наши жены делают нашу жизнь лучше, но в случае с Адамом стало только хуже. Что он делает? Он не берет на себя ответственность за свое хождение с Богом. Он обвиняет кого-то другого. Я здесь из-за него, или из-за нее, или из-за пастора, или из-за моего начальника. А Бог говорит, а как же я? Я Эль-Шадай. Я больше, чем достаточно. Разве я не могу привести тебя туда, куда я сказал? Ты думаешь, я не смогу? Ты говоришь, что я недобрый? Ты думаешь, я не смогу перевести тебя из тюрьмы во дворец? Когда Сара рассмеялась, Бог сказал, «Эй!» Для меня нет ничего невозможного. В следующем году в это время у Сары будет ребенок. Да, та самая бесплодная Сара. В следующем году у нее будет ребенок, потому что я всемогущий Бог. И я не извиняюсь за мои слова. Я все еще Бог. Христиане в Южной Африке, относитесь серьезно к вашим отношениям с Богом. Перестаньте смотреть на политиков, на белых, на черных или на кого-то там еще. Прекратите, ходите с Богом, и когда придете вместо власти и влияния, тогда скажите, как сказал Иосиф, «Это сделал Бог, и буду использовать эту власть от Бога, чтобы помогать всем черным, белым, азиатам. Все получат помощь, потому что я стал лидером. Да, я был в угнетении, но Бог избавил меня, Бог спас и освободил меня. И это было задумано во зло, а Бог обратил это во благо. Теперь я буду добрым человеком, я буду благословением. Я начну
компанию и буду относиться к работникам так, как ко мне еще никто не относился. Я использую свой опыт, чтобы стать источником благословения. Я не буду одной большой раной или шрамом все дни моей жизни. Да, мать родила меня в муках, как и Ависа, но я не останусь в этом положении. Боже, я прошу Тебя, благослови меня. Благослови меня, сохрани меня от зла, расширь мою жизнь, расширь мою территорию. И Бог дал Иовису все, что он просил, какой бы сильной ни была ваша боль. Иисус пришел, чтобы исцелить вас и дать вам свободу. Вам нужно призвать имя Иисуса, и Он исцелит вас, спасет вас и сделает в вашей жизни что-то прекрасное. Часто мы переживаем такую же боль, как Иовис, но Иовис отказался нести боль поколений. Он воззвал к Богу, и вы тоже можете это сделать. Вы можете разрушить проклятие вашей семьи, а вы можете стать первым, кто станет доктором, первым, кто получит степень магистра. Вы можете стать первым, кто начнет большую церковь. Вы можете разрушить проклятие. Вы можете разрушить это наследие. С Богом возможно все. А вы готовы к более глубоким отношениям с Богом, в которых Бог меняет вас в тайной комнате, когда вы знаете, что вас не остановить? Мы недвижимы тем, что мы видим естественными глазами. Мы недвижимы тем, что замышляют и делают люди. А все потому, что мы услышали. Вы услышали. Вы ходите не так, как все. Вы ходите на высоте. Вы ходите выше критики, выше вашего прошлого, выше правительства, выше промахов и падений. Вы идете по высокому пути вместе с Богом. На этом пути Бог превращает камни преткновения в ступени к успеху. Ничто не сравнится с человеком, который ходит с Богом. Человек, ходящий с Богом, придет в свое предназначение. Женщина, ходящая с Богом, придет в свое предназначение. Даже весь мир против вас, а Бог за вас. У вас все получится. Вы будете чемпионом. Вы будете царем, если вы ходите с Богом. Как говорит Библия, если Бог за нас, то кто может быть против? Он ждет вас. Он желает ходить с вами. Где ты, Адам? Он ждет вас. Адам спрятался. Петр убежал. Иона убежал от Бога. Илья убежал от Божьего призвания. И Бог пришел к каждому из них. Самсон был непослушным, не сдержал клятву Назарея и ослеп. Его привязали к жернову, но Бог пришел к нему в его тюрьме, и, несмотря на его слепоту, его волосы снова стали расти. Он обратился к Богу и сказал: «Используй меня еще один раз», и Бог был милостив. «Обратитесь к Богу». Сойдите с престола и опуститесь на колени. Взывайте к Богу. Взывайте к Богу. Просите Бога об этой стране. Просите Бога о мудрости, об управлении этой страной. Просите. Соломон так и сделал. Он сказал: «Дай мне мудрости, люди, знающие Бога, укрепятся». Я говорю это уже в пятый раз. Вы можете подняться над всеми, вы можете стать выше всех. Когда Бог кладет свою руку на человека, никто не может это остановить. Когда Бог поднимает вас, никто не может опустить вас. Никто, когда Бог поднимает вас.
Когда Бог продвигает вас, никто не может вас задвинуть. Бог так сильно любит вас, что отдал своего единственного Сына за вас. Возможно, вы придерживаетесь нейтралитета в ваших отношениях с Богом. Возможно, вы охладели или убежали от Него. Вы утратили первую любовь. Возможно, вы сами сели на трон своего сердца. Я говорю это не для того, чтобы критиковать или осуждать вас. Я хочу обратиться к вам. Все мы лишь пыль. Мы пришли в этот мир голыми и голыми уйдем. Как только мы сводим взгляд с Божьего величия, мы становимся великими в собственных глазах. В этот раз люди не будут говорить лишь о каких-то великих служителях. Они заговорят о Боге этих людей, потому что нет другого имени под небом, данного нам, чтобы спастись, кроме имени Иисуса. Возможно, вы ушли из дома вашего небесного Отца, и вы не уверены в том, куда попадете после смерти. Но если вы хотите вернуться, если вам нужно новое начало в отношениях с Богом, тогда молитесь вместе со мной. Для вас важно все, кроме ваших отношений с Богом. Именно поэтому все в вашей жизни распадается на части. Нужна всего одна вещь. Сделайте мудрый выбор. Выбирайте Иисуса. Положите руку на сердце. Все, неважно, как давно вы спасены, сегодня вы можете сделать ваши отношения с Богом такими, как они должны быть. Если вы готовы менять этот мир вместе с Ним, то скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за Твою жертву. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес, и теперь Ты живой. Я возвращаюсь к Тебе. Я открываю мое сердце и приглашаю Тебя занять свое законное место, как мой Господь и Спаситель. Используй меня для своей славы. Во имя Иисуса. Аминь».